блоки из паризованного камня обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами, а также крайней притягательностью для пользователя с эстетической точки зрения. Особо стоит отметить их безупречные формы. Владимир Семенович. Да? То есть что делаете? Разве я говорил останавливаться? Продолжайте. У нас впереди еще много. Очень много необработанного материала. Ну вот и закончился твой испытательный срок, Лена. Жаль. Ты подавала большие надежды. Сташко, слушай, 2 высших образования, 5 иностранных языков. Ну, ты же умная, способная девочка. Ну, как? Ну, объясни мне, как? Можно за 2 месяца поменять 8 рабочих мест, и все из-за рукоприкладства, а? Да с таким послужным списком тебе одна дорога. В барные вышибалы. Да ладно, ладно, перестань плакать, тушь потечет. Я не крашусь. Ну что значит не крашусь? Будешь мне рассказывать. Ой, правда. Ох, и одарила ж тебя природа, Лиза. Что глазки, что губки. Ну просто конфетка. Вот именно. Они во мне только и видят сладкую конфетку в яркой обертке. Я же работать хочу, я пользу хочу приносить. Но одеваюсь скромно, косметикой не пользуюсь. Что еще надо сделать, чтобы мужчины на работе ко мне не приставали? Ой, чтобы мужчины не приставали. Надо, чтобы они вымерли. Так, Сташко. Вот это... Да. Твой последний шанс. Алло, Катюш, привет. У меня отличная новость. Нашла работу? Ага. Ну, слава богу. Лизун, а где гарантия, что снова Ване найдется какой-нибудь похотливый Кощей с не в меру шаловливыми руками? Нет, насчет этого не волнуйся. Мне подобрали полностью женский коллектив. Спасибо вам за поддержку. Не знаю, что бы я без вас с Гошей делала. А, и передай ему, пожалуйста, что свой долг за квартиру я скоро верну. Угу. Хорошо. Все, давай, пока. Нашла работу? Ну, слава богу. Боже, дружок. А как ты смотришь на то, чтобы мы Лизке устроили сюрприз? Как насчет праздничного ужина? Хорошо, договорились. Давай с меня шампанское, ну а с тебя торт. Окей. Все, до встречи дома. Да-да. Вам у нас понравится. Зарплата хорошая, коллектив дружный. А что это за шарики? Это наша начальница выходит замуж. Так что вы, как говорится, к нам с корабля на бал. А вот ваше рабочее место. Ага. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Изучайте документацию, входите в курс дела. Удачи. Привет. Чао. Как дела? Клево. А это кто? Новенькая. А жених наша начальница. Настоящий мачо. Здравствуйте.
Здравствуйте. Что-то я вас раньше здесь не видел. А я новенькая. А, новенькое лицо или, точнее сказать, личико? Надежда Николаевна, это приказ о назначении новой сотрудницы, Елизаветы Сташко. Нужна ваша подпись. Да, конечно. О, смотрите, Александр Иванович ваш пришел. Кто это? Александр Иванович. Но своего жениха я в состоянии узнать. Кто рядом? Елизавета Сташко. Наш новый юрист. А нам нужны юристы. Ну так вы и сами подписали. Штаб компании полностью укомплектованный, в новых сотрудниках мы не нуждаемся. Поздравляем тебя с первым днем на работе. Поздравляем тебя! Загадывай зарплату своей мечты. Не будет ни работы, ни зарплаты, ни мечты. Ничего не будет. А почему? Это же женский коллектив. Потому что мужики меня и там достали. Ну ты главное не волнуйся, там за квартиру свою часть нам не нужно, мы сами все решим. Да, мы все понимаем. Да. Зачем я столько лет науку грызла? Зачем золотая медаль? Зачем победы в олимпиадах, дура? Помню, сидела на подоконнике и фантазировала, как я буду выигрывать процесс против корпорации, загрязняющей воздух, как буду спасать детей от произвола их родителей, как буду делать жизнь лучше. А что получила взамен? Послушай. У тебя вся жизнь впереди. Нет. Всегда, когда я буду куда-нибудь приходить, меня все будут рассматривать как куклу. Вот и все. 22 года, а жизнь уже кончена. Господи, хоть в петлю лезь. Можно еще выйти замуж. Это одно и то же. Так, а ну без паники. Мы, в конце концов, в Москве живем, а не в Сибири. Угу. Вот, смотри. Требуются девушки модельной внешности. Боже. Понял. Хорошо. Массажистка в салон. О! Смотри, требуется секретарь-референт. В юридическую компанию получил партнера. Собеседование. Завтра? Завтра запись по телефону. Я знаю, как все будет. Хотите, расскажу? Я приду, меня возьмут, а через 2-3 дня этот Булычев или кто-нибудь из его партнеров начнет ко мне приставать. Лиз, а ты можешь отбросить все лишнее и четко сформулировать свою главную проблему? Могу. Ужасная отвратительная внешность, которая мешает мне жить. Прекрасно. Значит так. В отличие от мужской природы, женскую внешность мы сможем изменить.
Матерь Божья! Не угадал. Это наша Лизка. Давай, братец. Ну, целый час мы репетировали косолапую походку. Офигеть, у меня биологичка такая же была. Ее все дети боялись, а директор уважал. Вот, теперь можно и на работу устраиваться. Здрасте, красавица. Здрасте. А вы и есть тот самый Андрей Евгеньевич? Нет. Я круче. Я ваш личный инструктор по собеседованию, которому вы должны доверять как родному отцу. Каждый из вас, наверное, очень интересен, что нужно сделать для того, чтобы получить работу. Все гениальное, просто. Наш Андрей Евгеньевич молодой, темпераментный мужчина. А это означает что? То, что ему нужно понравиться. Поэтому расстегиваем верхнюю пуговку на ваших кофточках, закатываем юбочки покороче, приятные улыбочки на ваших личиках натягиваем. Ну и дело за малым. Ваш шарм и обаяние. Павлик, а что это за модельное агентство? Ну, Аркадий Семенович, это новые претендентки на должность секретаря. Лучева, естественно, нет. Как же я забыл про это собеседование, а? Сколько времени, а? Да, алло. Аркадий Семенович, слушаю. Андрей Евгеньевич, доброе утро. Значит, сегодня у вас, во-первых, заседание в Басманном суде. Во-вторых, встреча с бизнесменом Шляхманом по поводу его развода. И в-третьих, вам надо выбрать себе нового секретаря-референта. Значит так, про Басманный суд и Шляхмана я помню, а что касается референта... Аркадий Семенович, вы же сами постоянно ворчите, что я не секретарей себе выбираю. Выберите без меня, я на вас. Цело полагаешь? Ну, с Богом. Павлик. Заводи по очереди. Мне не нужен ваш массаж. Отстаньте от меня, пожалуйста. Вон! Павлик. На сегодня все личные собеседования окончены. Ага. Ну, вы зайдите. Проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь.
Давайте. Так, что у нас? Так, 2 высших образования, 5 иностранных языков и 8 увольнений за 2 месяца. Ну и как вы все это объясните? Понимаете, это все из-за моей внешности. Какие подлые люди. Как можно? Ну, вы знаете, на мой взгляд, у вас вполне нормальная внешность, да. Ну да. Но мне кажется, что вот с вами мы сработаемся. Да, да. Павлик, зайди, пожалуйста. Вот познакомься, это наш новый секретарь-референт Лиза. Здравствуйте. Извините. Павлик, покажи, пожалуйста, Лизе ее новое рабочее место. Спасибо. Пожалуйста. Матерь Божья. 5 языков. 5. Надо вас внести в реестр. Как ваша фамилия? Сташко. Удачного дня. Спасибо. Страшко. Детка, давай я тебе помогу. Спасибо. Меня Валентина Степановна звать. А меня Лиза, очень приятно. Очень приятно. А вы давно здесь работаете? Я давно, вот сколько этот шалопай фирмой руководит, столько и я здесь. Это вы про Андрея Булычева так говорите? Ну это же очень хороший юрист. Я о нем статьи читала, ни одного проигранного дела. И эксперты его признали лучшим специалистом по бракоразводным делам. Деточка, вот ежели он еще в своей жизни таким же специалистом был, как в чужой, цены бы твоему очень хорошему юристу не было бы. А что ж у него в жизни не так? Да легче сказать, что так. Бардак у него там. Вот что. На работу вовремя не приходит, мой хороший, никогда. Баб меняет, как перчатки. И вообще, такого ценника, как наш Андрюшка, сроду не видела. Мне кажется, вы преувеличиваете. Доброе утро, Андрей Евгеньевич. Павлик, ты что, мои кубинские сигары курил? Я... Да я шучу. Идем о делах поговорим. Степановна, принимай халат. Значит, заседание в Басманном суде перенесли на 2:30 дня, а бизнесмен Шляйфман будет буквально в течение 30 минут. Ты навел справки, кого там наняла его жена? Сёмин и партнёры. Сёмин? Угу. Даже не вспомню, когда он последний раз что-то выигрывал. Наверное, копейки берет. Так что шансов там никаких. А чего хочет сам Шляйфман? Стандартный пакет. Ободрать жену как липку и пустить ее по миру, не доводя только до суда. А вы ее вызвали? Да. Хочу ей показать пакет документов, чтобы она еще раз убедилась, что шансов у нее никаких. Значит, их надо распечатать. Лиза, зайдите, пожалуйста. Познакомьтесь, это наш новый секретарь-референт Лиза Сташко. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Очень приятно. Здрасте. Лиза, документы по Шляйфману распечатайте сейчас же. Ага, хорошо. Да-да, пожалуйста. Что-то не так? Ну это надо. Вы что, охренели? Что такое референт? Референт – это лицо фирмы. Что первым видит клиент, когда приходит к нам? Это лицо фирмы. И что, скажите мне, уважаемые коллеги, подумают о фирме, лицо которой – какой этой вашей Сташко? Ее фамилия Сташко. Да мне плевать.
извините. Я на минуточку. Значит так, Аркадий Семенович, уволить сию секунду. Ну, Андрей Евгеньевич, ну дайте человеку доработать хотя бы до конца дня. Угу. Ну, некрасиво как-то получается. Некрасиво? Это еще мягко сказано. Ну вы же нормальные ребята. Что за вкус такой? Чтоб я еще раз вам доверил выбор референта? А, Андрей Евгеньевич, извините, это я во всем виноват. В чем? У нас ЧП небольшое. На голове у тебя ЧП. Рассказывай. Андрей Евгеньевич. Ты что, дурак? Как ты мог встречу Шляхмана и его жены на одно и то же время назначить, идиот? Павлик, я тебе сколько раз говорил. Так непрофессионально делать. Это грубейшее нарушение адвокатской этики. Документы готовы? Да, готовы. Ну, знаю я, ну перепутал. Знаешь, а я тоже перепутаю. Вместо выдачи премии увольнительную тебе подпишу. Павлик. Андрей Евгеньевич, может, не так сразу? Хватит ныть. Где Шляхман? По коридору идет. А жена его? А ее машина подъехала к нам на КПП. Черт, это ж такой позор, а. Если они встретятся, в гильдии адвокатов обо мне анекдоты травить будут. Хорошо, а те деньги сбросьте на швейцарские реквизиты. Все. Михаил Сергеевич, здравствуйте. Да. Привет, мы вас давно ждем. Привет. За такие деньги можно и подождать. Так, куда? Вот мой кабинет, пройдемте. Ваш кабинет? Да. Круто. Свободен. Вы на встречу с Андреем Балычевым? Ну, да. Пройдите со мной, пожалуйста. Молодец. У нас двое взрослых детей. Миша зачем-то настроил их против меня. Я никому не нужна. Ну, вы можете посвятить себя карьере. Лиз, это в 20 лет кажется, что в жизни все можно начать сначала. Да что такое моя жизнь? Там хозяйка при муже. Нет, Лизонька, для меня все двери уже закрыты. Он вышвырнул меня. Как ненужную собачонку. Взял и вышвырнул из дома. А теперь в нашем доме развлекается со своей любовницей. Вам не понять, как это унизительно. После стольких лет. Простите. Господи, как же она мне надоела своим нытьем, своими телефонными звонками. Как она не может понять, что она никто, вернее, ничто уже теперь в моей жизни? Я надеюсь, что бракоразводный процесс не займет слишком долгое время. Михаил Сергеевич, бракоразводные процессы, которые веду я, никогда не длятся дольше того, чем хотели бы мои клиенты. Надеюсь, так будет и на этот раз. Не сомневайтесь. У нашей конторы колоссальный опыт разрешения подобных ситуаций. Договориться с вашей женой, я думаю, не составит труда. Я думаю, дело вообще до суда не дойдет. Я очень на это надеюсь. Мне как раз эта лишняя шумиха перед выборами не нужна. Бросьте ей на счет какую-нибудь копеечку, чтобы она вообще исчезла из моей жизни. Вам надо судиться. И не верьте никому, если кто-то скажет, что у вас нет шансов. Правда на вашей стороне. Правда. На сегодняшний день только в деньгах. Ну, да, в мире мало справедливости, но, допустим, вы сейчас сдадитесь. Об этом же напишут в газетах, а другие женщины, глядя на вас, опустят руки, хотя точно будут знать, что правы. Мир от этого станет только хуже. Лиза, вы правда так думаете? Да. Странно. А мне казалось, что вы пригласили меня, чтобы предложить отступные, ну, откупиться, чтобы скандал не поднимала.
Ну, я не знаю, что он предложит. Но в любом случае, подумайте над моими словами. Лиза, оставьте нас с Ларисой Ивановной, пожалуйста. Угу. Ну-с, Лариса Ивановна. Лизочка, спасибище тебе огромное. Выручила. Да не за что. Просто само собой так получилось. Лиза? Ой, ну Аркадий Семенович не стоит. Стоит, стоит. Мы твои должники. Молодец, девчонка. Значит, вы не хотите пойти на наши условия? Вы же понимаете, вы проиграете процесс. Да. Я проиграю деньги, но сохраню лицо. Всем всего хорошего. До скорых встреч. До свидания. До свидания. Ничего не понимаю. Кстати, Лиза, спасибо большое, выручили. И добро пожаловать в семью. И еще. Поменяйте, наконец, эту вашу прическу. Ку-ку. Здрасте. Привет. Да-да. Елизавета Страшко. Значит, ты и есть новая секретарша моего Андрюши. Да. А вы, простите, кто? Ну, наконец-то! Хоть одну нормальную секретаршу нашли. А твоя фамилия Страшко? Сташку. А-а-а. Извини, пожалуйста. Какая прелесть. Мне пришла в голову очень хорошая идея. Да? Да. Помнишь, мы с тобой смотрели программу, в которой рассказывали про конкурс красоты, который будет идти через месяц? Ну так, смутно. Вот. Мне бы очень хотелось, чтобы ты стал председателем жюри этого конкурса. А зачем мне это? Затем, что я буду там участвовать. Алиса, а при чем тут я? Ну как? Ты же хочешь, чтобы я выиграла? Хочу. Но... Никаких «но». Вот и замечательно. Поэтому мы с тобой сейчас поедем в бутик и купим мне самое красивое платье. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, поехали. Смотрится шедеврально. Как будто на вас прямо сшито. А как по мне, оно несколько простовато. Ну, я бы сказал, что это изысканная простота. Милая, ты что скажешь? Очень хорошая. Мне тут все платья нравятся. Да нет, ну это не годится никуда. Платье должно быть дорогим, ярким. Как и ты сама. Оно должно украшать будущее королеву красоты. А это что? Что ты улыбаешься постоянно?
Понабирали консультантов. Вот. Но вот это я понимаю. В таком платье не стыдно на сцену выйти. И камни будут блестеть в свете софитов. Шлейф, как у королевы. Мила, тебе нравится? Да, но предыдущий как-то мне больше нравился. Впрочем, это не важно. Потому что она дешевле. Дорогая, у меня не так много времени. Ты хочешь его? Да. Вот и хорошо. Заверните, пожалуйста. Спасибо. Ну, я рад, что тебе нравится. Андрей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Можно у вас на два слова? Это очень важно. Андрей Евгеньевич, я хотела сказать, что нельзя допустить того, чтобы Шляйфман выиграл дело. Лиза, вы температуру мерили? Мне кажется, у вас жар. Но это будет справедливо, вы понимаете? Справедливо? Я дам вам бесплатный совет. Хотите добиться успеха в этом деле? Забудьте это слово раз и навсегда. А столько успех интересует. Подождите. Подождите, Андрей Давайте Евгеньевич. Поговорим после заседания. Нет, нет, вы не понимаете. Послушайте, пожалуйста, то, что мне рассказала Лариса. Это было 25 лет назад. Дело в том, что существует вот он и она. Двадцать пять лет назад эти люди впервые встретились. В какой-то момент они поняли, что хотят прожить друг с другом всю жизнь, состариться и даже умереть вместе. В жизни всякое бывает. Случилось то, что случилось. Но нельзя забыть, как молодой перспективный студент Михаил по воле случая попадает в аварию. И как врачи сообщают его жене Ларисе, что жить ему осталось не более месяца. И как она не поверила врачам, потому что любила своего мужа больше, чем себя, чем карьеру, от которой пришлось отказаться, ради того, чтобы день и ночь в течение года сидеть у его постели. Скажите, Лариса, вы не забыли тех тихих колыбельных, которые пели своему мужу, пока он лежал в коме? Вы пели их, потому что верили, что он вас слышит. Вы прикладывали руку к его сердцу и слушали, как оно бьется. И ради этого стука вы готовы были пожертвовать всем, ведь так? Сергеевич, вы понимаете, что тому чуду, тому удивительному исцелению, которое произошло с вами, вы обязаны не врачам, а лекарствам. Нет. А любви этой слабой женщины, которая, быть может, прошла, но когда-то была настолько сильной, что сохранила самое дорогое, что у вас есть. Это ваша жизнь. Ваша честь, мне кажется, господину Шляйфману и его супруге есть о чем поговорить. Ваша честь, я спасибо.
спасибо. Я иду на все ваши условия. Андрей, во время твоего выступления меня вдруг осенило, что я Ларисе обязан очень многим. Я тебе обязан, что всех моих денег не хватит, чтобы с тобой расплатиться. Спасибо. Андрей Евгеньевич, ваша речь была бесподобна. У меня просто не хватает слов. Андрюш, как все прошло? Позже поговорим, Лиза. По дороге расскажу. Идем. Завидуй. Ого! Прикольно. Что значит прикольно? Это шикарно. Умопомрачительная фотосессия Алисы Минаевой. Главной претендентки на титул королевы красоты. Видно? Угу. Из грязи да в княжи. Вот так, ребята, и рождаются настоящие звезды. Алисочка. Я и Андрею повторю, и тебе скажу. Не спеши говорить, оп, конкурс-то еще выиграть надо. Семенович, Андрюша будет председателем жюри. А я думаю, он знает толк в настоящей красоте. Забыла сказать самое главное. После конкурса красоты мы с Андрюшей едем в романтическое путешествие. По случаю нашей помолвки. Поздравляем. Угу. Угу. Поздравляю. Спасибо. Что-то я заболталась с вами. Лиза, тебя что, опять с работы выгнали, да? Ну, вы же меня выгнали. Давай. Лизон, ну ты это... Ну ты хоть объясни, что случилось. Какую он красивую речь на суде произнес. Это было так волшебно. Боже, какая прелесть. Ты влюбилась в своего начальника? Так чего ж ты плачешь? Радоваться нужно. Да чему радоваться? Потому что у него другая. Так... Ну так отбей. Ага. А ты посмотри. На меня. И на нее. Разве он может бросить эту красавицу ради такого Страшко? Страшко? Это ты о себе? Так. Оп. Ну, ты посмотри на нее и посмотри на себя. Да она же тебе в подметки не годится. Так, девчонки, послушайте. Этот конкурс, на который Алиса намылилась, будет проходить в среду. Так. Председатель жюри наш, уважаемый Андрей Евгеньевич. Так, вот, любая девушка, прошедшая предварительный просмотр, может участвовать в конкурсе. Это твой шанс. Гениально, Гоша! Ты сможешь обратить на себя внимание Булычева. Господи! Ну, это ж как на базаре себя вместо товара выставить. Так, спокойно. Деньги за участие в конкурсе будут перечислены в благотворительный фонд защиты природы. Вот.
уважаемые дамы и господа, конкурс «Королева весны» объявляется официально открытым. И сегодня вы все станете свидетелями тому, как красота борется не только за мир, но и за природу, и за экологию. Здрасте. Привет. Привет всем. Привет. Привет. Если бы вы знали, через что мне пришлось пройти, чтобы незаметно вынести его из магазина. Поэтому, давай. Если с ним хоть что-нибудь случится, меня не просто выгонят. Я буду отрабатывать его целый год. Послушай, я не знаю, как там платье. У меня сейчас инфаркт будет. У нас через 20 минут дефиле. Хорошо. Давай. Хорошо. Аккуратнее. Давай. Ай, ну больно. Муж, быстрее шевелиться. Ты час делаешь эту прическу, ничего не готово. Все торчит. Гоша, спасибо тебе большое. Все. Ну все. Я бегу. Порвите здесь все. Кроме платья. Пока. Пока. Первый конкурс – это дефиле вечерних платьев. Под ваши аплодисменты я хочу пригласить на эту сцену одну из самых знаменитых моделей. Просто очаровательная девушка. Алиса Минаева, номер один. Ладно, с кем не было. У тебя девочка не показалась талантливой, да? Ну, ничего страшного, как говорится, первый блин комом. У Алисы еще будет возможность проявить себя. А сейчас, под ваши аплодисменты, я хочу пригласить на эту сцену участницу под номером 2. Я приглашаю на сцену нашу последнюю участницу, номер 35, Александра Дудина. Ну, Лизон, удачи. Ну как все прошло? Замечательно.